Здравствуйте, дорогие друзья! И снова новинки 2022 года. Представляю вашему вниманию дверной китовый хвост. Длина его 600 мм, рукоятка поворотная. И этот инструмент очень эффективен для работы в дверных панелях, так как позволяет вам работать на краях дверей очень удобно, потому что вот в этих пазухах краевых, да, очень часто приходится заходить именно под прямым углом относительно пазухи, и этот инструмент позволяет вам это сделать. Также, когда вы заходите под усилитель, здесь тоже, атакуя вот так вот острым углом, он имеет возможность заходить под усилитель снизу, да, что тоже очень удобно. И, соответственно, если вы перевернете, вы можете прям горизонтально заходить под усилитель сверху, в отличие от обычного прямого хвоста, когда нужно обходить какие-то препятствия, он позволяет это сделать. То есть это такой помощник для работы в дверных панелях, ну и, конечно, на других деталях кузова.